С вами канал ProMint. В этом видео покажу быстрое прохождение карты Kerbir. В моем телеграм-канале вы сможете найти ссылки на прохождение других карт. Подписывайтесь, чтобы не пропустить выход новых видео. Прогружаемся на карту и бежим вперед. Берем задание у фиолетового медведя. Забегаем в пещеру направо и бежим прямо. Взбираемся наверх, как показано на видео. Подбегаем к медведю, триггерим его и держим дистанцию, чтобы он следовал за нами. Этого медвежонка нужно отвести к его маме. Смотрите маршрут. Если он у вас не прогрузился на данной локации, перезагрузите карту. У меня сегодня такое было. Подводим его прямо в упор. Берем сначала первое задание. И затем второе. Подходим параллельно к табличкам и не забываем собирать ваксилиты. Собираем ваксилит, и нам нужно собрать будет 3 вот таких ящика с сокровищами. Не забываем подниматься наверх. Касательно ящиков и еще одних кристаллов, они появляются в рандомных местах, но обязательно по маршруту ваксилитов, так что вы их точно не пропустите, тем более они подсвечиваются на карте. Прописываем /respawn в чат. Ваксилиты лежат в одних и тех же местах, также смотрите видео. Первая комната у нас закончилась на 5 кристаллах. Вот те кристаллы, про которые я говорил. Их нужно собрать несколько штук. Вот в этой комнатке также могут быть кристаллы или сундуки. В левой части экрана у меня подсвечивается кристалл, так что вы их точно не пропустите. Собираем и бежим искать ваксилиты. Карта получилась большой и интересной, ее довольно-таки легко проходить, но долго. И сдаем задание медведю. Осталось совсем чуть-чуть, прописываем /respawn и бежим направо. Оставшиеся ваксилиты и задания лежат вот в этой пещере. Мы тут уже были, только в другой части.
Все задания на карте выполнены. Спасибо за просмотр. Удачи!